Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Саратовской области поступила информация о том, что двое местных жителей могут быть причастны к распространению наркотиков. При проверке сведения подтвердились. Во время задержания подозреваемых в салоне транспортного средства полицейские обнаружили около 40 граммов синтетических наркотиков, подготовленных для сбыта. В дальнейшем было установлено, что смертоносное зелье молодые люди изготавливали сами в нарколаборатории, оборудованной в подвальном помещении частного домовладения. Запрещенный товар злоумышленники сбывали, производя закладки с дозами на территории города Саратова. При проведении обыска в помещении подпольной нарколаборатории обнаружено изъято около 5 килограммов смеси, содержащей наркотические вещества. Следственная часть Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области в отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлены еще 5 сообщников обвиняемых, которые выполняли функции курьеров розничных закладчиков. Членам группы предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступной деятельности. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении участников группы направлено в суд для рассмотрения по существу.